Всім доброго дня. Починаємо прес-конференцію. Ми будемо говорити про місцеві вибори цього року. Вони пройдуть восени, про підготовку та регулювання за виборчим кодексом. У нас в студії Вікторія Шевчук, директор аналітичного центру «Обсерваторія демократії», кандидат політичних наук, та Антон Авксентьєв, експерт «Обсерваторії демократії» та кандидат політичних наук. Доброго дня. Пані Вікторія, давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про проєкт. Добрий день. Благодарим всіх, хто сьогодні з нами. Сьогодні ми проводимо прес-конференцію «Місцеві вибори 2020. Підготовка і регулювання избирательним кодексом». Вот в этом названии, в темі прес-конференції, ми, по суті, об'єднали два блока. Два блока вопросов. И второй блок, именно основные инновации законодательного регулирования предстоящих местных выборов, проанализирует эксперт нашего центра Антон Авксентьев. А я же, в свою очередь, остановлюсь на первой части, на подготовке к предстоящим местным выборам. Дело в том, что как эксперт, который долгое время занимается мониторингом и экспертным анализом избирательных кампаний, я могу сказать, что и в качестве эксперта, и в качестве наблюдателя, в том числе официального наблюдателя, могу сказать, что местные выборы из всех избирательных кампаний самые сложные. Это, в принципе, ни для кого не секрет. Они сложные для всех субъектов избирательного процесса. И здесь, когда мы прежде всего говорим о подготовке, я имею в виду мы сегодня, аналитический центр «Обсерватория демократии», мы акцентируем на том, что вот этот этап подготовительный, мы к нему особенно готовимся. И именно в рамках вот этой темы, этого блока вопросов, то есть подготовка экспертного сообщества к предстоящей избирательной кампании, мы и презентуем сегодня проект, который называется «Продвижение демократического голосования в Восточной Украине». Проект поддержан НЭДом, Национальным фондом в поддержку демократии, и будет реализован нами во второй половине 2020-го, первой половине 2021-го годов. Презентуемый сегодня проект логично продолжает и развивает предыдущий проект, реализованный командой центра под аналогичным названием, который был реализован во второй половине 2019-го, первой половине 2020-го годов. В рамках вот этого предыдущего проекта мы осуществили экспертно-аналитический мониторинг трех избирательных кампаний вот за этот год. Это парламентская избирательная кампания 2019 года. Это кампании первых выборов в четырех объединенных территориальных громадах Харьковской области, которые, день голосования которых пришелся на декабрь 2019 года. Напоминаю, что это были выборы в Кондрашовской, Петропавловской, Куриловской и Донецкой объединенных территориальных громадах. И также мы мониторили и делали аналитику до выборов 2020 года народного депутата в 179 округе Харьковщины. Кроме того, весь этот период, весь год реализации предыдущего проекта мы осуществляли экспертно-аналитический мониторинг межвыборных политических процессов Харьковской области. Сегодня мы благодарим все СМИ, которые помогали нам в реализации данного проекта и доводили результаты наших исследований до широкого круга избирателей. Всего примерно мы произвели около 66 аналитических продуктов. Это были отчеты, статьи, мониторинговые обзоры.
И, в общем, достаточно много региональных и центральных СМИ проявили к ним интерес и опубликовали. В общей сложности у нас получилось 86 именно аналитических, публикация аналитических материалов, и часть этих публикаций она дублировалась. Значит, кроме того, в рамках предыдущего проекта мы организовали и провели 2 тематические публичные дискуссии, 7 тренингов и 3 вебинара. Тренинги и вебинары в основном касались тематики противодействия избирательным манипуляциям. Что касается того проекта, который мы презентуем сегодня, то на первом этапе этого проекта мы сфокусируемся на местных выборах, на предстоящих местных выборах. В его рамках мы проведем экспертно-аналитический мониторинг электоральной кампании и будем информировать избирателей о ходе и результатах электоральной кампании, ее соответствии демократическим стандартам и интересам избирателей. Важной частью нашей работы станут тренинги и вебинары по разъяснению избирательного кодекса, который вступил в силу 1 января 2020 года. Собственно, вот то, чем мы будем заниматься, все заинтересованные лица, все субъекты избирательного процесса могут увидеть на сайте аналитического центра обсерватории демократии, который представлен на экране. Это наш сайт, и здесь расположены абсолютно все материалы в разделах «Аналитика». Все мероприятия, которые мы провели, о которых рассказали, тренинги, вебинары, публичные дискуссии, располагаются в разделе «Мероприятия». И сегодня особое внимание мы акцентируем на возможностях нашей консультационной линии. Вот сейчас я открыла этот раздел на сайте аналитического центра. Она будет действовать в рамках этого проекта. Значит, я должна сказать, что сайт аналитического центра легко прогугливается, его легко можно найти по поисковику, но адрес я тоже назову od.org.ua, то есть все несложно. Значит, в разделе «Консультационная линия» – это наш специальный ресурс этого проекта, и мы ее рассматриваем как важный инструмент обратной связи и целевой тематической работы со СМИ, а также как часть важной просветительской работы с активной общественностью. И вот эти две группы, и средства массовой информации, и общественность, и субъектов избирательного процесса, мы приглашаем активнее пользоваться данным ресурсом и не упускать возможности оперативно и в удобной форме получать вместо коротких спонтанных комментариев проработанные, аналитически систематизированные и аргументированные материалы ответы на поставленные вопросы. Что нужно сделать для того, чтобы получить экспертную онлайн-консультацию по политической проблематике, которую предоставят эксперты нашего центра в рамках данного проекта? Значит, нужно зайти в раздел «Консультационная линия» в подраздел «Задать вопрос». Я его сейчас на экране открыла. И заполнить весьма лаконичную форму. Здесь нужно указать ваше имя и фамилию, e-mail запрашивающего нашу консультацию и, собственно, в поле вопроса выписать сам вопрос, поставить сам вопрос.
Что касается, значит, мы после этого получаем уведомление о том, что поступил вопрос к нам на консультационную линию, и разрабатываем экспертный ответ, который направляем адресату на указанную электронную почту в данной форме, а также публикуем в разделе «Ответы», которые я сейчас открыла. Мы публикуем в основном по согласованию с запытывачем. Дело в том, что когда у нас берут такие комментарии средства массовой информации, им необходимо время для того, чтобы опубликовать. И в основном они берут, то есть какую-то часть для своих аналитических обзоров. Здесь же мы спустя время после публикации материала журналистского редакционного в средствах массовой информации публикуем полный ответ. И в принципе то, как мы это делаем, вы можете увидеть все заинтересованные стороны вот в этом разделе на сайте. И еще один момент, мы стараемся это делать очень оперативно, тут я должна акцентировать, СМИ пользуются данным ресурсом, но мы бы хотели, чтобы они пользовались еще активнее. И здесь, хотя вот в данном разделе задать вопрос, мы просим наших коллег принимать во внимание, что вопросы разной сложности требуют времени для подготовки экспертного ответа. Тем не менее, аналитики центра, у нас уже сложился такой темп работы, делают это достаточно оперативно. Кроме того, предусмотрен телефонный режим подачи вопроса. И телефон в этом же подразделе тоже указан. 066-047-0772. Для наибольшего удобства все желающие могут нам поставить этот вопрос. И если им нужна крайняя оперативность, если нашим коллегам нужна оперативность, они могут также позвонить по этому номеру телефона и, собственно, предупредить сразу, что вопрос уже стоит, и мы немедленно примемся за обработку. Я пока не буду рассказывать о втором этапе данного проекта. Я думаю, что мы его презентуем позже в ходе, по окончанию первого этапа, который наступит примерно в ноябре. То есть мы отмониторим и экспертно проанализируем всю избирательную кампанию местных выборов, их результаты. Я думаю, вот здесь нам будет очень интересно посмотреть, как в ходе на материале местных выборов сработает нормативная база, которая закреплена в новопринятом избирательном кодексе, и нам будет интересно посмотреть, как и все предыдущие местные выборы, которые тоже были сюрпризом, как сработает новая норма, в данном случае это новая избирательная система и условно открытые списки. И я передаю слово Антону Аксентьеву для раскрытия второй части. Да, спасибо. Я буду говорить об избирательном кодексе. Я готов ответить на любые вопросы по нему, если у меня получится, потому что на самом деле надо понимать, какого объема этот текст. У нас несколько экспертов в центре, которые занимаются разными аспектами кодекса. Я фокусировался на избирательной системе. И я думаю, что сейчас вот какие-то вводные свои размышления, предварительная оценка кодекса, прогнозы эффектов, которые будут связаны с избирательной системой, сейчас я представлю 10 тезисов, а потом можем обсудить, если вдруг какие-то вопросы еще возникнут. Но общая модель такая, что избирательная система, новая избирательная система, это всегда стресс большой для избирателей, и очень важно успеть провести какую-то просветительскую деятельность, объясняя, как эта избирательная система должна работать, объясняя, как должны выдвигаться кандидаты, что избиратель увидит на избирательном участке, как ему нужно там проголосовать, потому что по опыту других стран, где впервые вводились системы с открытыми списками,
стремительно рос процент недействительных бюллетеней. Там, где недействительные бюллетени, это и возможности для определенных манипуляций на уровне там, местных комиссий. И поэтому я думаю, что сейчас объединенные такие силы гражданского общества, именно аналитические центры, эксперты, они должны ударно поработать 3 месяца до выборов, чтобы как-то в форме там, тренингов, статей, эфиров, любыми способами доступными донести информацию о новой системе до избирателей. Итак, вот 10 тезисов, мною заявленные. Я начну, такая предварительная, как я сказал, оценка кодекса. Я начну с условно-положительных новаций, но мы увидим, что у каждой медали две стороны, а постепенно буду переходить к таким более негативным, как я считаю, моментам, заложенным в кодекс. Значит, тезис первый. Уменьшение залога по сравнению с первой редакцией кодекса в 9 раз. То есть не будем сейчас воспроизводить всю хронологию, что происходило с кодексом, который действительно набув чинности 1 січня, потом там было очень много поправок к нему, и вот буквально недавно, там месяц назад у нас появилась, даже меньше месяца, появилась окончательная версия. И вот в этой окончательной версии статья 225 регулирует залоги, грошова застава, которую должны подавать субъекты избирательного процесса. И эти залоги по сравнению с первой версией, они действительно были уменьшены в 9 раз. То есть процесс стал более открытым. И можно сказать, что парламентарии прислушались к голосу гражданского общества по поводу того, что не надо консервировать избирательный процесс только для богатых кандидатов. То есть как у нас теперь выглядит эта формула с залогами после, повторюсь, принятия поправок, принятия законопроекта 3485. Самовыдвиженец в депутаты объединенной громады до 10 тысяч избирателей должен заплатить 20% от месячной минимальной зарплаты, ну то есть что-то около 1000 гривен. Партия, которая выдвигает кандидатов тоже в громадах до 10 тысяч избирателей, она должна заплатить по 20% от минимальной зарплаты за каждого кандидата в депутаты ОТГ, которого она выдвигает. Самовыдвиженец в главы ОТГ до 75 тысяч избирателей, то есть это, если я не ошибаюсь, все ОТГ Харьковской области, кроме самого Харькова, то есть 55 ОТГ, или партия, выдвинувшая кандидата в главы ОТГ до 75 тысяч избирателей, одна минимальная зарплата, то есть что-то около 5 тысяч гривен. Ну, мы это поймем, потому что одна минимальная зарплата на 1 сентября, то есть мы еще не знаем точно, какой она будет. Но это существенное снижение по сравнению с той формулой, которая была заложена изначально. И вот то, что касается партий, которые подают списки в ОТГ от 10 тысяч избирателей за список, потому что от 10 тысяч начинается партизация, там нет самовыдвижения для депутатов, для кандидатов в депутаты, там только партийные списки. Там формула 4 минимальные зарплаты за каждые 90 тысяч избирателей. Ну, повторюсь, 225-я статья, кто интересуется, кто с этим будет сталкиваться, перечитывайте. Ну, я сейчас воспроизвел основные позиции. Это положительная новация. Я считаю, что выборы стали дешевле, соответственно, вот этот входной билет стал дешевле, и это все-таки движение в сторону равенства возможностей для кандидатов, это демократический принцип, поэтому эту новацию можно характеризовать как положительную, хотя, конечно, как я сказал, у любой медали две стороны, и возрастают риски выдвижения массово технических кандидатов, теперь это будет тоже делать дешевле, и, возможно, мы столкнемся с разными формами такой электоральной манипуляции с этими техническими кандидатами на выборах в ОТГ до 75 тысяч избирателей, где, повторюсь, это будет стоить там, 5 тысяч гривен, за 200 долларов вы выдвигаете кандидата. Второй положительный момент вот этой конечной редакции кодекса – это ясность с параллельным баллотированием. То есть то, что у нас набывало чинности с 1 сечня, там было очень сумбурно и неконкретно прописано позиции по поводу параллельного баллотирования для кандидатов в советы разных уровней. Сейчас же в конечной редакции статья 216 избирательного кодекса, она очень четко регламентирует все эти моменты. Воспроизведу в общих чертах. Значит, основной принцип, что касается кандидатов в депутаты советов, основной принцип – можно совместить не более 2 советов. То есть у нас есть общая такая матрешка, областной совет, дальше укрупненные районные советы, 7 теперь в Харьковской области, их, и дальше советы УТГ, 56 для Харьковской области. И вот кандидат, который не определился, что ему интереснее, мандат какого уровня, он может совместить 2 совета, например, ОТГ и районы, или ОТГ и областной, или районный и областной. Но при этом прописано, что это соответствующие советы, то есть вот как я эту метафору выбрал уже, матрешкой, мы не можем пойти там в Лозовскую ОТГ и во Львовскую облсовет. Это должна быть единица, которая входит в соответствующую вышестоящую единицу. То, что касается мэров, кандидатов в главы ОТГ,
До 75 тысяч избирателей, если до 75 тысяч избирателей в ОТГ, то кандидат в мэры может выбрать себе еще один совет на выбор, то есть он может параллельно баллотироваться или в совет своей ОТГ, или в областной совет, или в районный совет. То, что касается ОТГ свыше 75 тысяч избирателей, такого права выбора нет, есть право параллельно выдвинуться в совет своей ОТГ. Ну, то есть зачастую, наверное, мэры крупных городов, они будут вот этими первыми закрепленными списками каких-то партий, своих партий, которые будут баллотироваться в соответствующий совет этой ОТГ. Третий мой тезис, и это тоже еще положительная, в принципе, норма, хотя, наверное, такая в меру резонансная, это гендерные квоты, так называемые. Это не первый эпизод и случай, прецедент введения гендерных квот в украинском законодательстве, но теперь впервые прописана санкция, что несоблюдение квот, о которых я сейчас расскажу, партии при подаче списков является основанием для нерегистрации этих списков. Раньше такая фраза не была прописана, и по сути как бы закон можно было не выполнять. Значит, какие гендерные квоты вводятся? Ну, партии у нас подают так называемые единые списки, а также территориальные окружные списки. При этом каждый кандидат, поданный в едином списке, он входит ровно в один территориальный или окружной список. Исключение – это вот этот так называемый флагман, первый закрепленный номер единого списка. Так вот, и в единых, и в территориальных окружных списках в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух людей каждого пола. Вот так это сформулировано. Ну, мы понимаем, что 40% в пятерке. Далее, если у нас число кандидатов в списке не кратно, допустим, 5, а такое может быть, потому что в окружных списках партии подают от 5 до 12 кандидатов, то закон предусматривает, что должна быть очередность, должны чередовать через один, там, мужчина-женщина, мужчина-женщина. Ну, вместе с тем надо понимать, что 40% кандидатов в списке, это не означает, что это будет 40% депутатов. Женщин. Мы проводили уже в предыдущих наших проектах количественные исследования, смотрели, какой процент в советах разного уровня представленности женщин. Общая тенденция была такова, что чем ниже мы углубляемся на уровень, там, скажем, поселковых, сельских советов, ну, часто будет низовой уровень ОТГ, тем выше процент представленности женщин. На самом деле, как бы там эта проблема недопредставленности, она менее актуальна, чем на там, высоком уровне, скажем, областного совета. Ну, мы это связывали в первую очередь с тем, что кадровым резервом для местного самоуправления низового уровня является сфера образования и здравоохранения. Очень часто оттуда берут кандидатов в депутаты или даже кандидатов в главы ОТГ, вот, это бывшие там, директора местных школ там, или врачи. А это, ну, надо как-то аккуратно сформулировать, но с точки зрения, это сейчас я свою гражданскую позицию говорю, не позиция центра, это традиционно женские сферы медицины и образования, статистически, это не ярлык ни в коем случае, статистически это женские сферы, поэтому очень много кандидатов в депутаты на низовом уровне действительно женщин. Но теперь у нас есть вот эта вот норма 40%, и мы обязательно посчитаем по итогам выборов, перейдут ли эти 40% кандидатов в списке в 40% депутатов. Вот есть подозрение, что на уровне областного совета нет. Так, четвертый тезис – условно открытые списки, о котором уже Виктория говорила. Значит, что такое открытые списки? Очень часто люди не понимают, они думают, что открытость списков – это просто вот факт наличия публикации где-нибудь на сайте ЦВК или какой-то еще там местной комиссии этих списков. Нет, открытые списки в политологии, это словосочетание означает кое-что другое. Это означает, что очередность в списке кандидатов партии, конечная очередность, она формируется по итогам результатов голосования избирателей, что избиратели именно меняют ту очередность, которая изначально была подана партией. Ну, я не буду углубляться, как бы это вот приходите к нам на тренинги, я показываю моделирование со слайдами, как это все будет происходить. Но 259-я статья избирательного кодекса, она по сути стала блокиратором открытых списков, поэтому мы можем говорить только об условно открытых списках. В ней сказано, что для того, чтобы кандидату в окружном списке партии продвинуться вверх
вот этого внутрипартийного рейтинга. Ему недостаточно набрать больше голосов, чем другие его однопартийцы, кандидаты в этом списке. То есть недостаточно, чтобы просто избиратели за него проголосовали больше. Ему нужно преодолеть некий барьер, который заложен как 25% от избирательной квоты. Ну, чтобы совсем там как бы не уходить в дебри, не будем сейчас углубляться, что такое избирательная квота, но вот мы делали моделирование для Харьковского городского совета, и получилось, что эти 25% от избирательной квоты, по-моему, 1250 голосов. Ну, это число может быть другим, оно и будет другим, но вот порядок мы примерно понимаем. И получается, что если я набираю 1249, и я набрал больше, чем там 11 моих коллег по окружному списку партии, все равно я не поднимаюсь в этом окружном списке, а остается очередность, установленная партией. То есть партии не захотели отдавать на откуп избирателям вот этот вопрос очередности, проходимости, ну, по понятным, в принципе, причинам, как бы политической коррупции. И второй аспект. Я уже сказал, что у нас партии будут подавать так называемые единые списки, а также окружные территориальные. И мы провели моделирование, и вот если там взять какие-то условные цифры, там, скажем, мы брали выборов парламентских 2019 года, подставить их вот в эту матрицу, просто посмотреть, как работает система, оказалось, что из 84 мандатов Харьковского городского совета 24 будут распределяться между закрытыми едиными списками, где даже нет вот этой иллюзии открытости списков, там строго вот та очередность, которую партийный съезд поставил, такая и будет. Поэтому говорить о том, что избирательный кодекс уже сделал какой-то прорыв в плане открытых списков и увеличения влияния избирателей, ну, наверное, преждевременно и некорректно. Значит, пятый тезис, и тут мы уже, видите, мы плавно переходим от более положительных, наверное, таким более негативным. Я чуть буду ускоряться, чтобы не задерживать. Значит, пятый тезис – отмена выборности старост. Как вы помните из закона о местном самоуправлении там и других нормативных актов, у нас был в рамках нашей еще добровольной тогда децентрализации был введен термин староста. Ну, по сути, староста эту идею, наверное, придумали для того, чтобы главы сельсоветов не центральных населенных пунктах, которые объединяются, то есть не те, которые становятся центральными, вот по имени которых названо ОТГ, а как бы периферийных, вот этих, которых очень много. Главы этих сельсоветов, конечно же, они не хотели добровольно как бы свои полномочия отдавать куда-то в другой населенный пункт и быть, грубо говоря, никем. И для них придумали вот такую вот лазейку, что да нет, вы не никто, вы будете старостой. И за вас точно так же будут голосовать в вашем селе, вас выберут, вы будете сидеть в своем же кабинете там со своей секретаршей, все будет хорошо, у вас просто как бы мы вас немножко переименуем. И вот такая была, ну, в каком-то смысле уловка. Уловка, я негативно к этому отношусь в том плане, что она очень сильно увеличивает издержки на содержание управленческого аппарата. То есть положительного эффекта децентрализации в плане, что нам не нужно в селе на 200 человек содержать сельсовет, вот институт старост этот положительный эффект он нивелировал по сути. Но, как бы, опять, это уже куда-то я в дебри ухожу, выборность старост, которая была заложена, по-моему, даже в Конституцию, не только в законы, она этим избирательным кодексом упраздняется. Ну, упраздняется так красиво. То есть выборность переносится с уровня избирателей на уровень Рады ОТГ, на уровень депутатов. И старост теперь уже новоизбранные составы депутатского корпуса ОТГ, они будут избирать старост во всех населенных пунктах, ну, точнее во всех старостинских округах, которые они сами своим же решениями нарезают. То есть за поданием главы ОТГ депутатский корпус голосует простым большинством. Вот. То есть, ну, как бы старосты в каком-то смысле превращаются в такой институт смотрящих и полностью будут политически лояльны, подконтрольны вот той команде, которая побеждает в этой ОТГ и персонально главе ОТГ. Ну, а повторюсь, как бы избиратели конкретно этого села, они не будут голосовать за своего старосту. Ну, в каком-то смысле, вот говоря о том, что у нас же все-таки две стороны медали, в каком-то смысле, может быть, это и плюс. Избиратели получат 4 бюллетеня, а не 5. Если бы они получили 5, наверное, они бы еще больше запутались, где у них глава ОТГ, где староста и вообще что тут делать. Шестой мой тезис, тоже такой скорее критичный. Это неконкурентные преимущества для парламентских партий и депутатских групп, которые были заложены в статьи 203-204 избирательного кодекса о формировании территориальных избирательных комиссий и о формировании участковых избирательных комиссий. Ну, можете почитать эти статьи, тем более вот процесс формирования территориальных избирательных комиссий он уже там активно идет, он один из самых ранних в этой предвыборной кампании. Смысл какой? Что у нас вот эти вот комиссии, там, ну, я там великий, маленький, ну, в целом они там максимум 18 человек могут быть.
Для их формирования, значит, подаются люди от субъектов избирательного процесса. Но субъекты избирательного процесса у нас как бы делятся на две большие категории. Есть парламентские, которые гарантированно получают свои квоты вне всякой жеребьевки, а есть все остальные, среди которых мы будем проводить жеребьевку. Ну, как бы я сейчас очень обобщенно говорю, чтобы тоже не уходить в детали. И смысл в том, что в этом избирательном кодексе по сравнению с предыдущим законом местных выборов вдвое увеличена квота для партий, имеющих свою фракцию в парламенте. То есть вот у нас есть комиссия на 18 человек, там территориально, там, скажем, Харьковская городская, и 5, получается, наших партий-фракций, они имеют право провести туда по 2 человека. Дальше, еще одна новация, чего раньше не было. У нас в парламенте, как вы помните, есть не только партии и фракции, а есть так называемые депутатские группы «За майбутнє» и «Довіра». И вот они теперь тоже получают гарантированную квоту на одного члена комиссии. Ну, причем там выписано немножко по-другому, что они даже эту квоту могут ею торговать. По сути, закон вот об этом и пишет, что партия, заключившая договор с депутатской группой, имеет право подать вот на гарантированную квоту члена комиссии. То есть в каких-то городах за майбутнє будет отдавать квоты одним партиям, других другим. То есть тоже, ну, в некотором смысле заканчивается такая политическая коррупция. Но вот, как вы понимаете, из-за такой простой арифметики очень мало мест вообще остается на все остальные, а у нас, ну, напомню, 350 с чем-то, по-моему, партий, и если мы говорим о дельничных участковых комиссиях, там же еще есть кандидаты в мэры, вот на них, на всех, остается там очень мало мест, которые по жеребьевке там кому-то достанутся, а кому-то нет. То есть, ну, происходит такая вот арифметическая консервация комиссий, узурпация комиссий именно парламентскими силами. Седьмой мой тезис, видите, они сгущаются, усугубляются, как-то все критичнее и критичнее. Седьмой тезис касается статьи 217, которая регламентирует выдвижение кандидатов в советы или на главу партиями. И вот если раньше по закону 2015 года, скажем, если я как партия хотел идти там в Золочевский районный совет, мне надо было, по крайней мере, чтобы у меня была зарегистрирована Золочевская районная организация партии, только она имела право быть субъектом выдвижения. Но это был определенный стимул для партийного строительства, значит, надо было озаботиться о ее регистрации, найти каких-то людей, там какой-то офис, может быть, даже открыть, что-то такое. Сейчас же, с одной стороны, парламентские силы, опять-таки, они захотели сделать такую партизацию тотальную, и у нас до 10 тысяч опущена планка, то есть, ну, в абсолютном большинстве громад только партии могут выдвигаться, самовыдвижение запрещено для депутатов советов, подчеркиваю, и в этом смысле у нас партизация. Но при этом у нас партизация без партстроительства, потому что 217 статья избирательного кодекса, она разрешила выдвигать на любой уровень областным организациям партий. Поэтому нет вообще никакого резона теперь искать каких-то людей, регистрировать там местные, районные или там первичные организации. Все можно сделать вот в Харькове, во все 56 ОТГ выдвинуть, там печать поставить и как бы на этом все. То есть получается такая абсурдная, ну, вот в кодексе заложена абсурдная формула партизации без партстроительства. Восьмой мой тезис, уже дело движется к концу. Значит, императивный мандат. Партизация и централизация контроля. Он прописан гораздо жестче в отношении будущих депутатов, чем это было в законе 2015 года. То есть уже в том законе и еще в законе о местном самоуправлении, который до сих пор действует, потому что предыдущий закон о местных выборах, он потерял силу с набутием чинности Выборчего кодекса. Так вот, у нас там есть формулировка в нашем законодательном поле «відкликання с посады за народные инициативы». И вот теперь как раз и в законе о местном самоуправлении, и в избирательном кодексе там внесены определенные изменения, и алгоритм будет следующий. Алгоритм, ну, общая формула такая, что все будет решать партия, и кто пойдет в разрез с партией, он может лишиться мандата. Даже если он прошел по открытым спискам благодаря персональным голосам избирателей за него. Остается там некая норма сбора подписей, но их нужно собрать очень мало. Более того, почему-то там не прописано, что сбор подписей должен происходить именно в том округе, где выбирался кандидат. То есть
я, ну, может, буду какие-то разъяснения, что уточнено, но вот исходя из того, что я прочитал, можно, видимо, вообще в другом населенном пункте собрать подписи, там только арифметика должна совпасть, вот сколько-то их надо собрать. Но изначально это решение принимается сборами и конференцией партии, не помню, там 2/3 или 3/4, как бы не суть важно, но вот областная организация партии, она может в любой момент после прохождения первого года полномочий, вот на первый год есть иммунитет у депутатов, а дальше в любой момент может любого депутата лишить мандата. Очень широко прописаны підстави, очень широко и абстрактно, там, по типу, невідповідність там діяльності чи образа там чогось там кандидата, там партійним ідеалом, ну, какие-то такие очень абстрактные романтичные формулировки. То есть, по сути, партия может делать это в ручном режиме. Вот, и это, конечно, ну, такая, да, это централизация контроля и, ну, и опять-таки, это тренд партизации, о котором мы говорили. И 9-10 мои пункты, я их, наверное, уже объединю, чтобы не затягивать. Значит, процедурная сложность для избирателя и для членов комиссии, то, о чем начинала говорить Виктория в своем блоке. Для избирателя сложность на местных выборах связана, конечно же, с количеством бюллетеней. То есть их будет 4, а, скажем, в городах, в которых есть районные советы, но это не про Харьковскую область история, там будет 5 бюллетеней. И я чувствую, что будет очень сложно, конечно, с этим всем разобраться, тем более, что, ну, избирательные системы отличаются и в этих бюллетенях. Механизм открытых списков, наверняка, он, ну, вы, наверное, уже видели, как будет выглядеть бюллетень, там в интернете появлялись такие предварительные образцы этой модели. Там надо будет вписывать цифру, номер кандидата из окружного списка, которого ты поддерживаешь. Непонятно, там поле для 2 цифр, потому что номер может быть двузначный. Непонятно, обязательно я должен вписывать, скажем, 0-1. Если я впишу 1, это засчитают или уже не засчитают, потому что если я впишу 1, а какой-нибудь манипулятор там сделает из этого 12, скажем. Если я впишу не по трафарету, потому что там такие поля, вот как индексы почтовые были. Если я впишу не по трафарету, потому что вот я художник, я вижу тройку как-то иначе, скажем. Как комиссия должна будет это расценить, засчитает, не засчитает. То есть очень много остается на откуп комиссии. Соответственно, чем больше вот такой автономии, тем больше будет разночтений, манипуляций. И, ну, я чувствую, что ночь голосования будет очень такая напряженная, тем более она будет децентрализирована, потому что территориальная избирательная комиссия подписывает конечный протокол, объявляет результаты. Не ЦВК будет признавать мэра Харькова, а Харьковская городская комиссия. И, соответственно, ну, будут много манипуляций, я думаю, на уровне комиссии. Более того, вот сама процедура, тайминг процедуры подсчета. Мы и так привыкли к тому, что очень сложно считать, вот люди сидят там ночью, считают, потом куда-то везут. Сейчас считать будет еще сложнее, потому что закон требует, чтобы по каждой фамилии, по каждому члену окружного списка каждой партии комиссия посчитала и вписала в протокол точное количество голосов за него поданных. То есть, может быть, логичнее было бы сделать, как делали в некоторых других западных странах, где вводились открытые списки. Логичнее было сначала посчитать, кто у нас преодолевает 5-процентный барьер, и уже в этих партиях смотреть на окружные списки, там где-то на что-то влияет. Потому что если партия набрала 1%, никуда не прошла, ну какая нам уже разница, там, за кого сколько голосов подали, а представьте, во сколько раз увеличивается объем работы для членов комиссии. Поэтому я не знаю, как они там за ночь справятся, или теперь это будет 3 ночи, а по нарастанию усталости, соответственно, и какие-то там нюансы могут возникать. Поэтому, вот, может быть, тут стоило немножко упростить для комиссии работу и считать голоса за кандидатов только тех партий, которые прошли. И 10-я, завершающая, значит, лаконичная моя позиция. Очень плохо, что этот закон появился в конечной его редакции за, по сути, 3 месяца до выборов. То есть есть общепринятая рекомендация Венецианской комиссии, мы ее поддерживаем в нашем аналитическом центре, что за год до выборов не надо ничего менять. Ни избирательное законодательство, ни административно-территориальные реформы какие-то затевать и контуры менять и так далее. Потому что, ну, в том числе, вот мы сейчас видим аспект, что очень мало времени остается для какой-то просветительской работы, чтобы объяснить и избирателям, и объяснить этим сотням тысяч членов участковых комиссий, что их ждет, как они должны работать, как работать вот в этих новых условиях. И, ну, я надеюсь, что все-таки будет такая кампания, и государственная, и негосударственный сектор, конечно же, подключится. Там, то, что от нас зависит, мы тоже будем делать какую-то свою лепту, вносить нашими тренингами, статьями, консультациями. Но в целом, чтобы такие ситуации форс-мажорные не возникали, ну, наверное, имеет смысл не просто на консультативном уровне оставлять эту норму про 1 год, а может быть и записать ее в избирательный кодекс, что мы не имеем права менять
ближе, чем за год до выборов, правила игры. Ну и тогда, наверное, все будет как-то цивилизованнее. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы уточняющие по кодексу, я могу попробовать на них ответить. Спасибо. Может, вопросы у кого-то есть? Я просто опоздал. Избирательный кодекс, он так и называется, или как? Ну, связанный с местными выборами. Или как его? Вы сейчас про тему пресс-конференции или про закон? Ну, про этот закон, на основании которого проводится. Ага. Ну, я обсуждал в своем блоке конкретно избирательный кодекс. Вот он так и называется, избирательный кодекс. Да, он непосредственно касается. Его четвертая книга, начиная, по-моему, со 198 статьи, она касается как раз местных выборов. Помимо этого, вот недавно принятый закон 3485, в котором как раз были заложены вот эти вот поправки к избирательному кодексу, там были заложены еще поправки к закону о местном самоврядовании в Украине. Там тоже вот есть некоторые инновации, которые касаются старост, ну и других моментов, о которых я сказал. Поэтому если вы будете, да, искать в интернете, то вот вбивайте выборчий кодекс. Вы пробовали моделировать вот именно то время, которое будет необходимо для подсчета голосов? И осталось ли в избирательном кодексе требование, то есть итоговое заседание по установлению голосов, итогового голосования проводится без перерывов, да? Мы не моделировали время, которое потребуется комиссия. Мы моделировали там другие вещи, связанные с распределением мандатов, там, что идет по открытым, что по закрытым спискам. Поэтому мы можем только догадываться, сколько им понадобится времени. Про без перерыва, да, там осталась эта фраза. То есть они должны сидеть до упора, как вот выборы Папы Римского там, и потом дым. И, да, это будет очень напряженный подсчет голосов, и, ну, о чем я уже сказал, чтобы не повторяться. Он связан, чем он напряженнее, чем он сложнее для членов комиссии, тем больше пространства для манипуляций. Еще вопросы? Ремарок по, ну, на мой взгляд, важным аспектам. Дело в том, что к избирательному кодексу Украина шла примерно 15 лет. Потому что я помню, это был еще 2006 год, когда вносились первые экспертные предложения, собственно, принять такой объемный документ, который будет регулировать абсолютно все типы выборов в Украине и вот как-то эту ситуацию приводить к единым нормативам. То, что сейчас он опять не в совсем совершенном виде, и Антон это, мне кажется, очень наглядно показывает, и мы анализируем такие аспекты для того, чтобы и избиратели понимали, и политики, потому что политика у нас очень-очень в таком зачаточном состоянии. С точки зрения современности наша политика не соответствует требованиям современности. Это такой... Средневековый образ мышления и политиков, и электората в значительной степени тоже. Поэтому вот здесь мы опять имеем буквально накануне избирательной кампании новый документ. Сам документ был принят в начале года, но последние изменения при этом очень масштабного плана внеслись уже буквально вот в июле. Это, конечно, создает очень серьезные трудности, и мы как раз вот работаем действительно, чтобы в какой-то степени облегчить это бремя. И Антон, и другие наши эксперты серьезно занимаются избирательным кодексом, и мы действительно приглашаем всех на тренинги и вебинары, и будем вносить свою лепту в облегчение этого положения. И еще один момент, что касается открытых списков. Этой теме тоже ориентировочно 15 лет, и я помню, когда она заходила в украинский аналитический дискурс, потому что в западном варианте это действительно открытые избирательные списки. И тогда не только многие избиратели и обычные граждане не понимали, что такое открытые списки, и действительно, как справедливо отметил Антон, полагали, что это те списки, персонали которых знакомы избирателям, то есть избиратели не выбирают такие мешки котов, этого было достаточно, но и многие политики так полагали. То есть многие искренне не понимали, каких открытых списков просят аналитики, потому что вот же, мы же их публикуем. Вот прямо так и говорилось этими политиками, в том числе депутатами Верховной Рады.
И тогда, в общем, аналитики ломали голову над этой проблемой, что делать, и был придуман другой несколько термин, то есть гибкие списки, подвижные списки, то есть списки, которые, очередность в которых зависит от воли избирателей. Но дело в том, что гибкие списки как-то не прижились, подвижные тоже, и, собственно, фигурирует вот это название «открытые списки», но дело в том, что вот все эти 15 лет партийное руководство настолько не заинтересовано, более того, противодействует, и все депутатские корпуса, но это понятно, потому что, в принципе, уровень политики такой, что все абсолютно правящие партии стремятся извлечь сиюминутную тактическую выгоду из формирования нормативных документов под следующие выборы. И, насколько я понимаю, не все ловят удовольствие получения такого результата, потому что те изощрения, на которые они идут, я так понимаю, цели не достигают. И предыдущие местные выборы, которые мы наблюдали и отслеживали, ну, не аналитический центр обсерватории демократии, а мы, как отдельные аналитики, которые и работали в том числе, ну, я работала официальным наблюдателем, и координировала группу официальных наблюдателей в Харьковской области, тогда тоже была очень условная система, ее тоже называли открытыми списками. Это была очень искаженная, я помню, я давала комментарии, в том числе иностранным агентствам, они вообще не понимали, о какой системе идет речь. Потому что западных аналогов ее не присутствовало. И здесь речь шла о художественном творчестве, значит, нашего законодателя для того, чтобы все-таки не предоставить избирателю полную свободу выбора, для того, чтобы оставить вот эту значительную часть контролируемого голосования. То, что мы имеем на сегодняшний день, на наш взгляд, тоже не соответствует. Фактически это псевдооткрытые списки. Не соответствует демократическому принципу голосования, потому что, с одной стороны, в Конституции в избирательном праве закреплено всеобщее избирательное голосование, с другой стороны, электорат фактически не имеет права на полную реализацию своей воли, его вводят в заблуждение. Вот эту мысль мы хотим доводить, мы все-таки надеемся, что мы посмотрим, как... Значит, какие получим результаты по окончании этой избирательной кампании. Нам будет очень интересно посмотреть, насколько они устроят и будут соответствовать ожиданиям тех политических сил, которые эту систему проводили, собственно, сочиняли и принимали. И мы все-таки надеемся, что образумится политический класс и поймет, что вот такая художественная самодеятельность и ненормальная креативность, она будет бить в том числе и по их рейтингу. И делать мы это будем через просвещение избирателя. То есть избиратель должен четко понимать базовые постулаты демократии, он должен четко понимать критерии демократического выбора, потому что на сегодняшний день избиратели мало владеют знаниями о полноте той политической власти, которую они по Конституции имеют. Они не могут реализовать, на сегодняшний день мы констатируем недостаточную компетентность избирателя для того, чтобы то, что зафиксировано в Конституции, было реализовано им в полном объеме. И, собственно, вот этим мы предстоящий год будем заниматься, но вот сейчас мы акцентируемся, сфокусируемся на местных выборах. Пожалуйста, вопросы. Еще вопрос. Скажите, есть ли какие-то существенные изменения в части спостережения за выборами? Да, то есть у нас были официальные наблюдатели, были официальные наблюдатели от громадских организаций, как это осталось, и для представителей СМИ. Раньше у нас громадские организации, да, то есть это через СВК была регистрация официальных наблюдателей. Вот сейчас на местных выборах есть ли именно изменения в части спостережения? Лучше стало, хуже, учитывая, что такие сложные будут подсчеты?
Дело в том, что практику оформления официального наблюдения на предыдущих, там, в ходе там, буквально 10, на протяжении десятилетия, ориентировочно с 2007 по 2015 год, я помню, потому что тогда именно я занималась официальным наблюдением, и мы регистрировали избирателей, и сейчас я не смотрела этот норматив в избирательном кодексе, но я могу предполагать, исходя из тенденций. Дело в том, что действительно общественные организации, там, кстати, это происходило в том числе при существенном содействии западных организаций. Это действительно так, то есть западные и донорские организации, экспертные организации помогали очень существенно неправительственному сектору получить вот этот статус официального наблюдения, потому что в 2010 году на местных выборах процедура была настолько сложная, что, по-моему, там вот кажется, даже крупные организации, которые занимались наблюдением избирательных кампаний, наблюдением над избирательными кампаниями, владели существенными финансовыми ресурсами, то есть они могли себе это позволить, они такой статус не получали. То есть они там фактически работали как представители СМИ для того, чтобы получать всю информацию от субъектов избирательного процесса, прежде всего от комиссий и от органов местной власти. Это была очень сложная процедура. По-моему, там в 2010 году это все оформлялось через Центральную избирательную комиссию. Это было просто технически очень сложно. Абсолютно весь массив официальных наблюдателей должен был оформляться, предоставлять документы в Центральную избирательную комиссию. С тех пор до 2015 года был достигнут существенный прогресс, в том числе под давлением западных экспертных организаций. И, насколько я понимаю, на сегодня этот статус не ставится под сомнениями ни Центральной избирательной комиссии, ни другими органами, потому что это чревато репутационными потерями. Хотя все, в принципе, возможно, потому что мы говорим о том, что уровень депутатского корпуса очень невысок. Что такое репутация, репутационные потери, они мало осознают. И в том числе мы это можем видеть вот по динамике наступления на права неправительственного сектора, третьего сектора, которые предпринимали абсолютно все правящие партии и правительства, начиная от Януковича и заканчивая вот сейчас, значит, данное правительство и действующая Верховная Рада тоже разрабатывает некие нормативные акты, которые готовятся принять, которые будут существенно ущемлять права третьего сектора примерно в такой же степени, как те документы, которые они разрабатывают для СМИ. И я знаю, что сейчас правительственный сектор на центральном уровне уже начинает эту кампанию для того, чтобы довести для населения избирателей, насколько это вредно, а также вразумить депутатов, насколько они тоже пострадают и каковы будут репутационные потери. Но дело в том, что вот в чем наша такая несоответствие современности. Дело в том, что правильный момент, и Антон его отметил, что в принципе было бы неплохо, наверное, записать в самом нормативном документе запрет на изменение нормативных документов менее чем за год до дня голосования, да, или там до дня начала избирательной кампании. Но дело в том, что абсолютно нет же традиции, нет институциональной устойчивости. Поэтому абсолютно все, что записано в документе, может любым абсолютно составом парламента, который не осознает всех вредительских последствий, легко и просто меняться. Поэтому вот здесь защитным механизмом это тоже не выступит. Единственный защитный механизм – это то, что называется институциональной устойчивостью.
это когда есть жесткая рамка институтов, и население понимает их крайнюю полезность и понимает, что эти институты трогать ни в коем случае нельзя, что их функционал трогать нельзя. И вот таким же институтом должен быть избирательный кодекс. И, конечно, он должен быть не в таком состоянии, в каком он пребывает сейчас. Ну что, спасибо вам большое, да, и на этом будем заканчивать.